Приветствую. Очередной выезд Братеева. Пока терпим фиаско. Приехали с внуком. Пока он часа два ушло, буфидром никак не ловил. Пикером 2 года назад последний раз ловил. Пока вкурил, пока въехал. И потом что-то с клювом хреновенько. Будем сейчас пытаться разобраться. Не все гладко с реализацией. В общем, пяток рыбешек есть в садке. Сейчас, наверное, будем садок сушить. Так вот, уже которую рыбалку я использую фидерную оснастку вертолет. Сейчас объясню, почему именно ее, а не патерностер, которым ловил долгие годы. Ну, вяжется элементарно, то есть, ну, я вижу, да, отвод под кормушку, петля, и второй узелок сверху. И удавкой накидываю, собственно говоря, поводок. Чем эта оснастка лучше, чем патерностер? По работе ничем оснастки не отличаются, но вот из-за того, что нет вот этого вот отвода под поводок, как у патерностера, из-за этого, если нет жесткого удара в клипсу, особенно с легким кормушком, то вот с патерностером частенько, собственно говоря, поводок цепляется за основу. Вот с этой оснасткой, если вы используете на поводке жесткую леску, таких проблем нет от слова совсем. То есть, вот уже повторюсь, несколько рыбалок и с пикером, и с фидером, и вот сегодня были проблемы, не добрасывал, да они и продолжаются. Ну, не было вот этого четкого удара в клипс. И ни одного запутывания, собственно говоря, оснастки не было. Ну вот, как-то так, надеюсь, объяснил вам огроменный плюс, собственно говоря, этой оснастки. Надеюсь, в очередной раз, что кому-то было интересно. У меня на сегодня все. Всем пока. А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось? Tumba.